В День Героев Отечества сегодня провели Георгиевский бал. Это мероприятие в Чувашии уже стало традиционным. Каждый год в нем участвуют практически все школы, в которых есть кадетские классы. Сегодня на бал приехал и глава Чувашии. Подготовка к балу начинается задолго до его начала. Девушки шьют бальные платья, а юноши – форменные костюмы. Вместе репетируют каждое па. Умение танцевать для кадета – ценное качество, но, конечно, не главное. По словам Евгения Воронина, командира кадетской роты школы номер 6 города Канаш, они должны любить родину и уметь ее защищать. Любой офицер должен быть всесторонне развит. Кадет должен быть настоящим мужчиной и танцевать, уметь танцевать. Почти все кадеты после окончания школы планируют связать свою жизнь со службой. Кто в армии, то в ФСБ. 6 лет такие балы проходят в республике. В этом году впервые в гости приехали и кадеты из Татарстана. Пожелать вам успехов на этом празднике юности, празднике красоты, празднике, если хотите, нравственной чистоты, празднике юных патриотов, влюбленных единой любовью к великой России. Всего в Чувашии более 2000 кадетов, которые учатся в 2 кадетских школах и в 45 кадетских классах в 13 районах и городах. Татьяна Молокова, Оксана Александрова, Андрей Спиридонов, Республика.